Всем привет! Сегодня очередной обзор по ссылке из интернет-магазина icestation.com. На этот раз магазин прислал такой комплект. В комплекте 10 штук трехватных светодиодов, цвет свечения холодный белый. Цена на момент снятия видео $2.79. Вот так они выглядят. На сайте магазина есть описание комплекта и характеристики диодов. В комплекте идет 10 штук рассеивающих светодиодов, яркость от 300 до 400 люменов, цветовая температура от 6000 до 6500 кельвинов, прямое напряжение диода от 9,6 до 10,5 вольт, мощность 3 ватта, угол рассеивания составляет от 120 до 140 градусов, ток потребления 260 миллиампер, рабочая температура от минус 20 до плюс 70, температура хранения от минус 30 до плюс 80, диаметр корпуса 28 мм, толщина 2,5 мм и диаметр самого диода, вот внутренний круг, 20 мм. Ну и сейчас посмотрим на диоды поближе и проверим их в работе. Посылка с диодами шла около 20 дней, пришли они в обычном пакете. Ну, как видно, в комплекте 10 штук. Первое впечатление. Диоды выполнены очень качественно. Такой приятный желтый цвет. Алюминиевое основание. Вокруг каждого диода есть пятачки для подключения питания с обозначениями плюс-минус. И внутри каждого диода видно по 6 кристаллов. Очень тонкие. Ну и сейчас подключим питание, посмотрим на работу диода. Питать диод я буду от лабораторного блока питания. Напряжение питания 10 вольт. Ну, как видим, диод светит очень ярко и дает такой приятный белый свет. Такие диоды можно использовать для обеспечения подсветки рабочей зоны в каких-то станках ЧПУ, 3D принтерах и в различных самоделках. На сегодня все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии и всем удачи!